Еще 15 декабря 2021 года администрация Ленинского городского округа призвала предпринимателей украсить свои предприятия к Новому году и поучаствовать в конкурсе на лучшее оформление. На конкурс «Смотр» в итоге поступило 12 заявок. С моей точки зрения, может быть, маловато бизнесменов, предпринимателей откликнулось на это. Нам на следующий год надо учредить, я думаю, что материальные призы. Хорошо. В том или ином количестве, которое люди смогут потратить на то, чтобы объект стал еще более красивым. Договоримся, да? В результате конкурсная комиссия определила 6 победителей в номинациях «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания». Их пригласили на торжественное награждение в администрацию муниципалитета. Все заявки, которые были поданы, мы выезжали комиссионно, фотографировали, обсуждали, выбирали и выиграли достойные. Приятно то, что оценили наши усилия, наши труды и наградили. Это такой мотивационный, такой правильный ход со стороны администрации. Мне захочется еще больше украсить. Точнее, мне уже хочется на следующий год украсить там еще больше. Владелица мастерской букета в 6-м микрорайоне Маргарита Степанова уже 6 лет украшает свой салон не только к каждому Новому году, но и к другим праздникам. Говорит, часто люди заходят просто полюбоваться убранством и необычным декором, а в итоге становятся постоянными клиентами. Каждый год на Новый год у нас разный цвет. В этом году выбрали золотой. У нас был золотой Дед Мороз говорящий. Вот, все украшаем я и моя мама. Бизнес нужно строить так, чтобы он был красивый, и в него вкладывать. Все предприниматели заверили, что и дальше будут делать свой бизнес красивее, а также с удовольствием примут участие в конкурсе в следующий раз. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.